Еще раз о том, какие задачи стоят перед руководителями подразделений по каждой закрепленной территории для успешного проведения субботника, речь шла на заключительном оргкомитете. Управляющим компаниям, например, необходим чернозем. Чернозем есть? Так, не вопрос. Говорите, сколько нужно чернозема? Мы поможем. Хотя бы один КамАЗ. Хотя бы один КамАЗ, только чернозем, а не глина, которая на каждой очереди. Нет, чернозем. Мы сейчас переговорим с Зеленстрем, чтобы машину чернозема Ореховскому записывать. Поручение КамАЗ чернозема в управление домами направить. Другие управляющие компании, кому какая нужна помощь. Естественно, цветы, деревья приобретайте сами. Ну а землей, если нужно, поможем. Цель комплекса мероприятий, который в настоящее время проводится, активизировать работы по подготовке к курортному сезону и обеспечить должный санитарный порядок, выполнить меры по благоустройству и созданию благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на курорте и на территории сельских округов. У себя на территории точно так же чистят все лесополосы, которые у них есть на территории сельских округов, выходят предприятия на территории сельских округов, которые есть. В обязательном порядке главы сельских округов должны пригласить на участие в субботнике. На субботник по традиции приходят с детьми и родственниками, коллегами по работе, выражая тем самым свою любовь и заботу о родном городе. С утра и до обеда намечено очистить от мусора пляжи, парки и пустыри. И действия свои координаторы, отвечающие за уборку территории, будут согласовывать с погодой. По прогнозу, дождь после обеда, так что место встречи на субботнике остается неизменным.